Добрый вечер. Просим прощения за небольшую задержку. Сегодня, наконец-то, у нас состоится лекция, посвященная Йозефу Бойсу. Лекцию читает Ирина Кулик, художественный критик. Добрый день. Ну, я напомню, что курс у нас изначально называется примерно там, «20 революционеров от искусства» или «20 художников, изменивших представление об искусстве». И к Бойсу это определение, наверное, больше всего годится, во-первых, потому что если кто-то и был в искусстве по второй половине XX века революционером и так или иначе был связан с некими политическими движениями протестными, то это именно Бойс, который стал такой... Ну, основоположником социального искусства или политического искусства уже второй половины XX века. Это художник, который абсолютно изменил представление о том, чем, собственно говоря, должен заниматься художник и чем и что является сферой его полномочий в мире, да, что является сферой его деятельности. При этом Бойс один из самых узнаваемых персонажей в искусстве XX века. Вот я, когда я готовила эту лекцию, искала картинки в интернете, я даже выяснила случайно, что в Берлинском музее Мадам Тюссо есть фигура, восковая фигура Йозефа Бойса. В общем, мало кто из серьезных современных художников удостоивается такой сомнительной чести. Вполне можно представить, что в любом музее Мадам Тюссо можно обнаружить, наверное, в виде компании Бойсу Сальватора Дали и Энди Орхола. И как бы, это, конечно, такие очень близкие и в то же время противоположные Бойсу фигуры, потому что если вот, как бы, Бойс тоже на свой лад, конечно, был звездой от искусства, но он был не поп-звездой, не медиа-звездой, как у Орхола, а он был чем-то вроде духовного лидера. Политического лидера, политического активиста и одновременно духовного лидера, художник, который объединил два пути, которые потом в современном искусстве кардинальным образом разошлись. Потому что, с одной стороны, он был художником, политическим активистом, как бы художником, на которого ориентируется, наверное, все нынешнее социальное искусство, политическое искусство, которое, как вы знаете, очень... отстаивает свои позиции, да, сейчас, которая сейчас является одним из самых актуальных направлений в искусстве, одним из самых актуальных способов занятия искусством. С другой стороны, Бойс был, представлял собой такую фигуру художника-шамана, художника-мага, художника-духовного лидера, художника-гуру и отчасти художника современного святого, чья жизнь, чья биография неотделима от его творчества и представляет собой нечто вроде жития святых. Да, хотя ни в коем случае, это, конечно, если это и святой, то ни в коем случае не святой христианский, о никаких... таких явных принадлежностей к тем или иным существующим религиям у Бойса не было. Да? Он как скорее сочинял свою собственную религию. И именно вот эти два пути, как бы художника как политика, художника как политического активиста и художника как человека, работающего с некими магическими, там, квазиридуховными, квазирелигиозными проблематиками, силами, можно сказать, это, наверное, именно то, что никогда почти не соединялось в одном художнике до Бойса и абсолютно радикально разошлось сегодня, да, потому что сегодня все, что связано, там, скажем так, с духовностью, со спиритуальным началом, всегда воспринимается как нечто реакционное, а то, что связано с политикой, это всегда как бы отрицание вот этих вот вечных проблем, базовых проблем, как бы, и поэтому это такой действительно совершенно уникальный и противоречивый персонаж. Как я уже говорила, самая для Бойса его жизнь, его биография была неотделима от его искусства, и именно с Бойсом связан феномен, очень важный в XX веке, феномен, который называется индивидуальная мифология, это термин куратора Харальда Зимана, который был, сделал выставку с таким названием на документе, «Кассельская документа», и в этой выставке участвовал Бойс, который, собственно говоря, участвовал, по-моему, во всех документах 1964 года и до своей смерти, умер он в 1986 году. Вот он был таким непременным участником и «Кассельской документы», самой большой немецкой международной выставки современного искусства, он дважды участвовал в Венецианской биеннале, где он представлял Германию, и вообще на протяжении
протяжении там, с конца 60-х и по середину 80-х, в общем, был одним из главных одной из главных фигур мирового искусства, сначала европейского, потом он, в общем, был очень признанный в Соединенных Штатах, о чем мы дальше поговорим. Бойс родился в 21-м году в городе Клеве, это город на границе Германии и Нидерландов, и вот эта самая именно довольно необычная область Германии для Бойса была очень важна, потому что это местность, в которой, говорят, очень сильна именно голландская культура, но при этом это местность католическая, и родители, Бойс был из католической семьи, что для немца действительно такая достаточно маргинальная ситуация, и для него вот эта самая как бы идентичность жителей именно этой области, именно этой местности была очень важна. Он говорил, что это страна Босха и Брейгеля, что это местность Босха и Брейгеля, и что это местность, в которой именно как во фламандской культуре есть совершенно другое соотношение жизни и смерти, что это области, как бы, которые продолжаются друг в друга, которые не отделены друг от друга, что мир живых все время продолжается в мире мертвых, и мир мертвых все время продолжается в мире живых. С самого детства он был очень проявлял интерес и одаренность к изобразительным искусством, к музыке. Он играл на рояле и на виолончели. Это его музыкальные пристрастия потом будут очень важны в его дальнейшей карьере. И одновременно он очень интересовался естественными науками. Он собирал, еще ребенком он собирал гербарий, и это тоже будет важно в том, что он потом делал. Его очень интересовали животные. По одной из версий, он подростком даже год работал в цирке, где он присматривал за животными. И при этом его как бы интересовало тоже с достаточно раннего возраста, интересовало искусство и прежде всего скульптура. И таким первым его любимым художником был немецкий скульптор-экспрессионист Вильгельм Лемброк, чьи вещи он, собственно, знал только в фотографиях, судя по всему, но которые для него оказались очень важны. Но когда он уже заканчивал школу, он решил, что он все-таки будет заниматься не искусством, а естественными науками, а именно медициной. Он начал учиться на врача, он хотел стать детским врачом. Но эти его планы прервала война, потому что наступила как бы Вторая мировая война, и, как и все юноши призывного возраста, Бойс оказался в армии. Сначала он был радистом, потом он стал военным летчиком. И вместе с немецкими войсками он оказался в России. Он был бомбардировщиком. И в 43-м году в Крыму, где он служил под Севастополем, случилось вот как бы такое главное событие его жизни, событие, с которого начинается не биография Бойса, а вот как человека, а некое житие Бойса как художника. Его самолет во время боевого полета был сбит русскими противовоздушными силами. Дело происходило в метель, зимой, в снежную бурю. Его подбили, он не успел спрыгнуть с парашютом и без сознания оказался в снегу. И как дело происходило в Крыму, и как дальше рассказывает Бойс, его подобрали местные жители, его подобрали татары, которые его выходили. И выхаживали они его на протяжении 8 дней или сколько там, больше недели, и все эти больше недели он был без сознания. И когда он пришел в себя, он рассказывает, что первое, что он почувствовал, это запах сыра, молока и войлока, и ощущение того, что он весь покрыт слоем жира и закутан в войлок, потому что его нашли в снегу, и его, видимо, пытались спасти, эти местные жители, татары, пытались его спасти от обморожения и спасли. После этого его нашли немцы, доставили в военно-полевой госпиталь, после чего он вернулся на фронт и воевал до конца войны, был несколько раз ранен, получил золотую медаль за ранение, воевал в Нидерландах, где в конце войны он попал в... Успел был захвачен в плен англичанами, провел 10 сколько-то месяцев в плену и как бы по окончании войны вернулся в Германию.
История про татар очень важна, потому что именно, как бы, во-первых, эти татары и будут постоянными, вот такой мир на границе Европы и Азии, Евразия будет одним из постоянных сюжетов творчества Бойса, а Жир и Войлок, с помощью которых ему спасли жизнь, будет также постоянными материалами, с которыми он будет работать, которые будут материалами его, большинства его инсталляций. История эта многим исследователям кажется сомнительной. Во-первых, потому что Бойс рассказывает о кочевых татарах, а в Крыму в это время никаких кочевых татар вроде бы уже в помине не было. Но, как бы, и считается, что, возможно, вот одна из версий, что вся эта история является абсолютным плодом его вымысла, что, впрочем, как бы не то, чтобы он утверждал, что это была истина, потому что в его автобиографиях есть очень много таких мистификационных моментов. В частности, он, например, мог писать о том, чуть ли не в том же тексте, в котором он рассказывает историю про татар, он мог писать о том, что Джеймс Джойс, один из его любимых писателей, лично заказывал ему иллюстрации к Улиссу, да, чего не могло быть, потому что как-то не в то время, когда Бойс рисовал иллюстрации к Улиссу, Джойса уже давно не было в живых. И поэтому, собственно говоря, это действительно факт индивидуальной мифологии, но при этом, опять-таки, ничто не говорит, что это неправда, потому что есть одна замечательная деталь, как бы, которая делает эту историю правдоподобной, что действительно, когда Бойс рассказывает про эту историю с татарами, он рассказывает о неких местных жителях татарах, которые жили на ничейной земле между русским фронтом и немецким фронтом. И он рассказывает, что он с ними был знаком до того, как они, собственно, его нашли, что он к ним ходил общаться из своего ставки или лагеря, где он там жил, и что это были его друзья, и что они ему говорили: слушай, какой ты немец, ты татарин, оставайся с нами, там, приходи с нами. Знаешь, что это были какие-то его, в общем-то, знакомые ему люди, и тогда история, почему эти самые местные жители крымские решаются спасти избитого немецкого летчика, она как-то становится более правдоподобной. Ну и из таких, как бы, уже местных фольклор-операций этой истории есть замечательная байка про то, как была какая-то, по-моему, выставка первая «Москва-Берлин», которая была еще в 2000 году, по-моему, в музее Пушкина, которая была посвящена немецкому и русскому и советскому искусству до первой половины 20 века, и когда немецкие кураторы увидели картину Александра Дейнеки «Сбитый ас», они все ее прочли как портрет сбитого Бойса и как-то очень развлекались по этому поводу. Это вот вошло в такой, как бы, искусствоведческий фольклор. В общем, почему бы, собственно говоря, и нет. Вот. Но, тем не менее, как бы все это было это правда или не было, в общем, скорее все-таки было. Но, в общем, тем не менее, после войны закончилась, все это военные приключения Бойса окончились, и вот этот молодой, как бы, ветеран войны, побежденный, гражданин побежденной, сокрушительно побежденной страны, оказывается в мирной жизни и пытается как-то найти себя в ней. Он пытался было возобновить свои занятия наукой, но в какой-то момент, когда он сидел на лекции по естественным наукам, да, и опять-таки еще, вот я немножко вернулся назад, как бы понятно, что Бойс служил в армии, да, и понятно, что у него просто не было выбора, никакой симпатии к фашистам у него никогда не было, это не была идеология, у него не было выбора служить или не служить в армии. И одно из его таких еще отроческих событий его жизни связано с тем, что когда по заведенному фашистами обыкновению в его городе сжигали книги в школьной библиотеке, он из костра спас одну из книжек. Это была книга шведского исследователя Карла Линнея, это 18 век, «Система природы». И он спас эту книгу из костра. И вот эта самая «Система природы» — это, опять-таки, одна из постоянных тем творчества Бойса. Вот. Но, тем не менее, естественными науками, медициной он как-то вернуться к этим занятиям он не смог. Он рассказывает о том, что однажды, когда он сидел на лекции, и профессор рисовал на доске изображение амеб и каких-то одноклеточных организмов, он понял, что вот наука,
которая его интересует, не имеет ничего общего вот с этим очень скучным, очень мелким занятием, что он, и он испытал какой-то ужас от этой лекции, почему-то от этой лекции, и занялся искусством. Причем он занялся он скульптурой, и его преподавателем был скульптор Эдвард Матера, скульптор, которого фашисты в свое время записали в дегенеративное искусство. И скульптор, который смог вернуться к какой-то карьере, в том числе преподавательской, только после войны, только после того, как фашизм был побежден. Бойс, первое, что делает Бойс, он делает скульптуры, и он делает графику. Вот самая известная серия, вот единственная серия его, которая, единственная выставка персональная Бойса, которая была в Москве довольно давно, в Пушкинском музее, это была выставка его графики. Одна из, как бы у него было несколько графических серий, одна из них были иллюстрации кулису, и была большая графическая серия, которая называлась «Внутренняя Монголия». Внутренняя Монголия – это район в Китае, это географическое название, но и это вот некий внутренний мир, некий внутреннее воображаемое евразийское царство, тема границы между Европой и Азией, вот этой самых татар, которые, мифических, которые его спасли, как бы некое преодоление европеоцентризма, которое тоже для Бойса было важным, и как бы населяющий этот мир персонажи – это воины, шаманы и актрисы, и Чингисхан, с которым Бойс себя как бы отчасти отождествлял. Ну, вот такого рода графика, графика, которая отчасти наследует традиции немецкого экспрессионизма, может быть, и такого рода скульптуры, хотя со скульптурами все довольно сложно, потому что Бойс многие свои работы подписывал двумя датами, то есть, например, что вот это мой замысел 50-х годов, но он реализован в 70-е годы, и, конечно, некое мифотворчество и некое изменение собственной творческой биографии там всегда присутствовала, но вот просто чтобы дать небольшое представление о том, как выглядела его первая фаза его искусства. Он в 61-м году он становится преподавателем Дюссельдорфской академии художеств, академии, с которой биография Бойса творческая будет тесно связана. Вообще для него преподавание было одной не способом заработать деньги, да, а одной из очень важных составляющих, собственно, миссии художника и творчества художника. Преподавание, говорение, дискуссии всегда были, лекции, вовлечение публики в общение всегда было. И, ну, в общем, некое несение идей, духовное лидерство всегда было главной и будет главной частью его, его творчество воспринимаю как некая миссия. И как бы, когда он становится преподавателем, это и то, что он, как бы, как он оказывается связан с этой академией, и то, что он пытается в ней делать, он как бы никогда не мог довольствоваться, как потом выяснится, никогда не мог довольствоваться просто должностью там, преподавания истории искусства, истории скульптуры или ремесла. Он задумался над тем, что такое вообще искусство, что такое вообще этот процесс преподавания, пытался его изменить, как и пытался изменить весь процесс творчества. В конце 50-х годов он переживает творческий кризис, он переживает депрессию. Это, видимо, также у него были проблемы со здоровьем, видимо, связанные с его ранением. У него, по некоторым сведениям, у него всю жизнь была железная пластина в черепе, то есть он достаточно сильно пострадал во время войны. И он перестает заниматься искусством в привычных формах, да, перестает заниматься скульптурой и графикой, уезжает в деревню, работает на земле и начинает пытаться придумывать собственную систему отношения к миру, да, собственную систему ценностей. Он думает о том, что как в какой-то момент он думает о том, что ему хотелось бы создать собственную религию, или, во всяком случае, перепридумать для себя существующую религию. И он задумывается о том, на каких основаниях вообще существует мир, что такое искусство, что такое творчество, какова роль художника в современном мире, что такое свобода, что такое творческое начало, и как бы начинает создавать собственную философскую систему, мировоззренческую систему, которая, видимо, как он считал, и была его главным вкладом в искусство, главным вкладом в культуру. Потому что, как бы,
то, против чего он прежде всего восстает, это представление о художнике как о неком одиноком профессионале-одиночке, изолированном от остального мира собственным профессионализмом, собственной профессиональной нишей, о художнике, чье дело создавать, вернее, производить некое количество произведений искусства для украшения быта, да, и при том, что ему, как бы, ему было интересно, его учитель считал, Матара считал, что художник, может быть, должен производить полезные вещи, которые могут служить для чего-то, но, как бы, что искусство связано с ремеслом, искусство может, художник может производить нечто полезное, но не должен производить нечто, что служит простым украшением, не должен производить нечто декоративное. И если художник для Бойса перестает быть вот этим самым профессионалом, который делает красивые вещи, соответственно, возникает вопрос о том, как же учить искусство, что такое художественная школа, что такое преподавание, что такое музей, и каким образом надо как бы сделать искусство вновь не художника, не изолированным от общества и от мира, а каким-то образом участвующего в миростроительстве, участвующего в социальной жизни и способного изменить мир к лучшему, потому что изменить мир к лучшему в тот момент было, в общем, явно насущной задачей. Да? И в 1962 году Бойс встречается с художниками направления флюксус, это направление, возникшее в Америке потом как бы вместе с его основоположником Джорджем Мачьонасом, переместившееся в Европу, переместившееся в Германию. Что такое как бы и флюксус? Это то, как бы флюксус отчасти возрождал идеи дадаизма, отчасти возрождал идеи русского конструктивизма и тоже был прежде всего искусством, которое не было направлено против созидания произведений как товара рыночно, как товара для рынка, произведений как музейных ценностей и произведений как неких вот таких коммерческих, совершенно, в общем, ни для чего не полезных вещей. Флюксус состоял во многом не только из художников, но и из поэтов и музыкантов. Главной формой искусства во флюксусе становится то, что потом называется как бы happening или событие, event. И это искусство эфемерное, искусство, существующее в гораздо более близких отношениях и провокационных отношениях с реальностью, чем традиционные пластические искусства, висящие в музее или в галерее, и связанное с поэзией, связанное с интеграцией механизма случая, с некой провокационностью в духе дадаизма, с музыкой, одним из таких духовных вдохновителей флюксуса был композитор Джон Кейдж, переизобретавший музыку шумов, случайных звуков и так далее и тому подобное. Флюксус-объекты также были чем-то абсолютно не похожим на классические произведения искусства. Это была эстетика найденных предметов, эстетика ready-made-ов, эстетика мусора. И также с флюксусом было связано становление новых видов искусства. Это не только акция, happening и performance, или вот события, это не только конкретная музыка и конкретная поэзия, это еще и видеоарт, потому что одним из участников флюксуса был Намджун Пайк, художник корейского происхождения, ставший пионером видеоарта и впервые ставшим, тоже начинавшим как музыкант. Опять-таки напомню, что Бойс, как я еще уже говорила, еще в детстве занимался музыкой, и поэтому вот эта музыкальная составляющая флюксуса для него была очень важна и близка. В общем, там было много разных персонажей, кстати, очень много азиатских художников, помимо корейца Намджун Пайка во флюксус еще входила японка Йоко Оно и много европейских художников. Вот одним из как бы соотечественников Бойса был Вольф Остел, одним из первых, ставший использовать телевизоры, как вместе с Пайком, ставший использовать телевизоры как элемент инсталляции, как элемент современного искусства. Но как бы Бойс участвует в ряде флюксус-фестивалей, флюксус-событий, и одна из первых его акций, как бы, собственно говоря, Бойс тоже становится одним из первых художников, для которого главным родом деятельности становится не там скульптура или живопись или графика, хотя он начинает как скульптор, а как график, а становится перформанс и инсталляция. И вот одна из первых его
акций была. Это акция «Сибирская симфония, часть первая». Это эскиз к ней сделанный еще вот в варианте, в том эстетике бойсовской, графики. И это то, что от нее осталось. Да, вот это, как бы, если вы видели произведения Бойса в музеях западных, то в основном такие огромные масштабные инсталляции, достаточно зрелищные. Но, в общем, в каком-то смысле надо забывать, что это не надо забывать, что это не было конечным продуктом, да, что эта инсталляция — это некая... продукт перформанса, продукт акции, то есть это некая декорация перформанса, и сейчас это, и как бы сейчас, когда Бойса нету, когда эта акция закончилась, это такие своего рода реликвии этого оставшегося вот художника, который исчез, и во всяком случае в начале они не имели самостоятельной ценности. Вот это Евразия, это второй вариант. Сибирская симфония, вторая версия, она существовала в нескольких версиях, но это уже в ней присутствуют очень важные для искусства Бойса элементы. Во-первых, это доска, потому что в чем заключалась акция? Бойс играл на рояле, играл он пьесы Сати, Эрика Сати, французского композитора, близкого к дадаистам, композитора первой начала 20 века, но он прерывал игру, чтобы что-то рассказывать и объяснять, и как школьный учитель, как преподаватель своей, он не только говорил, но и писал что-то на доске, потом он это стирал, и вот эти доски с рисунками, схемами, диаграммами и какими-то элементами, текстами всегда будут одной из важных частей бойсовских инсталляций или вот того, что сейчас представляют в музеях, как остатки его деятельности, как реликвии его деятельности. Здесь уже присутствует вот эта самая доска с надписями и со схемами, которые... непонятно, да, они не самодостаточны, мы не знаем, о чем была эта лекция, мы можем только попытаться это восстановить. Есть тема Евразии, ключевая для Бойса, вот мира, который не делится на Европу и Азию. И есть фигура мертвого зайца. И этот мертвый заяц, конечно, будет одним из постоянных персонажей Бойса. И когда и Бойс рассказывает, что когда он достал, как бы, когда там появился этот мертвый заяц, которого он, эта тушка зайца, которого он еще там как-то эту тушку потрошил во время акции, его коллеги по Флюксусу были в ужасе, да, потому что они как бы не понимали, для чего он это делает, что для простого эпатажа дадаистского это было слишком сильно. Мертвое животное, это все-таки такой достаточно неприятный, шокирующий элемент. И Бойс потом как бы в этот момент понял, что он не так уж близок к Флюксусу, что у них явно некие разные цели, потому что то, что Флюксус его коллеги воспринимали как провокацию, он воспринимал совершенно по-другому. Для него это присутствие вот этой тушки этого как бы мертвого животного, это скорее был некий жертвенный вот момент жертвенного животного, ритуала, магии, может быть. И момент, связанный с тем, что искусство — это действительно то, что работает с жизнью и смертью. То есть для него это была очень серьезная история, и то, что это восприняли как нечто, некую излишнюю грубую провокацию, как-то для него было странно. И тогда же возникает еще как бы параллельно с этой акцией, возникает тоже одна из принципиальных для него инсталляций, она называется «Жировой угол». Это тоже результат акции, во время которой он растапливал жир. И, как вы помните, жир — это вот одна из тех субстанций, с помощью которых его спасли. Вот эти самые татары, которые его подобрали и спасли от обморожения. То есть для него это субстанция, имеющая отношение к жизни и смерти, к воскрешению, к второму рождению, потому что, собственно, всю эту свою историю с татарами он воспринимает как... второе рождение, как рождение заново, как перерождение. Именно после этого Бойс смог стать художником, он пережил нечто вроде мистического опыта обращения или метанои. Вот после этого он как бы перерождается и становится художником или становится духовным лидером. И кроме того, жир для него — это материал. Никто до Бойса не работал с органическими материалами, с такими материалами, как жир, например, и не делал из них скульптуры. Для него очень важно, каким образом с этим материалом можно работать. Да? Это не мрамор, это не дерево, это не то, на что надо воздействовать механическим путем. Это что-то, на что можно воздействовать температурой, это что-то, что
что меняет очертания. Это скульптура, которая не, в общем, или форма, или объект, который не может сохранять такую же жесткую постоянную форму, как скульптура из мрамора или из бронзы. И это у нее другая структура. И для него этот вот способ создания скульптур из, и объектов из жира, из такой органической материи, также он работал с воском еще, было прообразом того, как надо работать с обществом, как художник должен работать с обществом, что как бы воздействуя на него, не упорядочивая его, а воздействуя через хаос, воздействуя через движение, воздействуя через энергию, и понятие энергии будет для Бойса очень важным, и в этот момент, вот в момент, когда он начинает работать с жиром, он начинает разрабатывать одну из фундаментальных концепций своего искусства, своей доктрины, концепцию социальной пластики или социальной скульптуры. Социальная скульптура — это не живая скульптура, да, это не перформанс, это не живой человек в зрительном зале, который должен восприниматься как скульптура. Это то, что художник должен работать с обществом, с социумом, как скульптор с материалом. Дело художника — это вылепить новое общество, это вылепить новые социальные связи, это вылепить новую модель государства, это вылепить новую модель общественных отношений. И именно этому, в общем, вот, политический активизм Бойса, социальный активизм Бойса, собственно, и был вот этой самой социальной скульптурой, которая была его как бы главной доктриной. И тоже это начало 60-х годов. И в следующем году он делает тоже одну из очень важных для себя акций. Называлась она, я бы перевела как вождь, да, хотя можно перевести как шеф, как начальник, как глава и так далее. И заключалась она в том, что он на протяжении 8 часов лежал в галерее, вот этот самый сверток непонятный на полу, это сам Бойс, который завернут, вот этот самый войлок, в еще один, так же, как он был завернут в войлок, когда он был без сознания больной у этих самых татар, которые его спасали. В этот же войлок завернуты две тушки этих самых мертвых зайцев, и там же присутствует медь, там же присутствует в этот войлок спрятанный микрофон, который транслировал многократно усиленные звуки его дыхания, сердцебиения и речи, потому что он бормотал какие-то он наговаривал алфавит. Это не было текстом, это было такое вот именно шаманское бормотание. И как бы для него было очень важно, что это был, конечно, достаточно мучительный опыт пролежать 8 часов вот в таком коконе, неподвижно. То есть это опыт, связанный с клаустрофобией, и опыт, связанный вот с этим самым, может быть, попыткой пережить заново вот это состояние на грани жизни и смерти, состояние на грани перерождения, пограничное состояние, которое он пережил в момент, когда в 43-м году. И вот этот самый базовый момент его индивидуальной мифологии, его жития. И как бы, и еще как бы, в том же году получает продолжение его история с жиром, появляется вот, кроме жирового угла, появляется вот такой вот жировой стул, когда этот самый шмат жира уже становится вполне определенной скульптурной формой. А в том же году Бойс делает, поскольку, как я уже говорила, еще в рамках Флюксуса, поскольку Флюксус был одним из первых течений, которые стали работать с видеоартом, а видеоарт в 60-е годы воспринимался не как съемка фильмов, которые должны транслироваться на мониторе, стоящем в галерее или в музее, а воспринимался как работа с телевидением, как новым средством массовой информации, достаточно новым для Европы 60-х годов. И идея делать искусство для телевидения была связана с идеей делать искусство более демократическим и бесплатным, что человек уже не должен покупать его в галерее, чтобы владеть им, что искусство должно быть бесплатным, искусство должно быть демократическим, почему бы его просто не транслировать по телевидению? И надо сказать, что тогда это все-таки происходило, да, тогда это еще было возможно. И одна из таких первых акций Бойса, была, телевизионных перформансов Бойса, заключалась в том, что там транслировалось просто вот этот самый титр, что там написано «Молчание Марселя Дюшана переоценивают».
Это очень важная для Бойса позиция, это момент, когда он расходится с Флюксусом декларативно, потому что для Флюксуса Марсель Дюшан, дадаист, автор «Ready-made-ов», изобретатель «Ready-made-ов», был ключевой фигурой, и для Бойса он уже становится фигурой сомнительной. Что-то, почему молчание Марселя Дюшана? Потому что Марсель Дюшан был одним художником, одним из наименее продуктивных художников в мире. Да? Он сделал чуть больше десятка произведений, чуть больше десятка проектов. И в какой-то момент он просто перестал заниматься искусством, как бы ушел, и это была позиция, что он уже все сказал, он уже все сделал, что его молчание было более значительным, чем бесконечное производство искусства. И само это молчание было вот как такое недеяние художественное, было канонизировано отчасти, канонизировано в том числе и Флюксусом, которые были его ярыми последователями и считали себя новыми дадаистами. Причем сам Дюшан к Флюксусу относился далеко не так восторженно, как Флюксус, как художники Флюксуса относились к нему, и считал, что они, в общем, ничего нового не сделали, что все, что они делают, он уже изобрел, и, собственно говоря, незачем было прерывать молчание. И для Бойса эта позиция Дюшана была уже неприемлемой. Он считал, что художник не может отказаться от деятельности, что всегда есть что сделать. И одна из самых его веских возражений Дюшану была, ну что, да, Дюшан доказал, что что угодно может быть искусством. Ready-made может быть искусством. Любой предмет, поставленный в ситуацию музея, поставленный в ситуацию галереи, может стать искусством. Все, что угодно, может быть искусством. Но, говорит Бойс, дело не в этом. Дело не в том, что все, что угодно, может быть искусством. Дело в том, что каждый человек может быть художником. Это тоже самая главная фраза Бойса. Каждый человек художник. И все время это такой очень занятный диалог с Уорхолом. Уорхол, две самых знаменитых фразы 20 века. В будущем каждый будет иметь право на 15 минут славы, и в будущем каждый человек будет художником. Это такое принципиальное как бы, противоречие, принципиальная оппозиция. Быть художником — это не значит быть знаменитым. Быть художником — это не значит создавать произведения искусства. Быть художником — это даже не значит быть талантливым. То есть для Дюшана все есть, все, что угодно может быть искусством при наличии гения, например, самого Дюшана. Для Бойса кто угодно может быть художником, и тогда не нужно искусство. Художник — это тот, кто занимается жизнетворчеством, это тот, кто пересоздает общество. У каждого человека есть творческий потенциал, который он должен раскрыть, и раскрыть творческий потенциал, стать творческим человеком, стать художником — это совершенно не обязательно стать преуспевающим изготовителем произведения искусства. Поэтому каждый человек художник не тогда, когда все начнут рисовать маслом и ваять из мрамора, а когда все начнут создавать свою жизнь и создавать мир. Это очень такая как бы важная утопическая идея, которая является одной из ключевых идей для Бойса. Поэтому молчание Марселя Дюшана переоценивают. В 60-е годы он продолжает заниматься акциями, и одна из самых знаменитых его акций того времени — это акция, которая происходила все еще в Германии, «Как объяснить смысл картин мертвому зайцу». Опять возникает вот этот самый мертвый заяц. Акция происходила в галерее, но публика не могла войти в галерею. Публика наблюдала за этим либо по мониторам, либо с улицы. И Бойс, собственно говоря, ходил по этой галерее с мертвым зайцем, что-то ему объясняя. Ну, собственно говоря, давайте я вам покажу. Существует видеозапись этой акции, и мы ее сейчас посмотрим. Das Bild, das Beuys uns mit dieser Aktion hinterlassen hat, ist eines seiner stärksten. Sperrt die Zuschauer aus. Wie in einem Schaufenster agiert als Held der Erschöpfung. Produziert Gesten und Bilder, die einfach sind, aber nicht banal. Bis heute ist man als Zuschauer neugierig und verwirrt. Die Handlungen, die Bois in den Aktionen vollzieht, sind nicht aufzulösen in Begriffen wie Schamane, Messias oder Kommunikator mit einer anderen Welt. Sie haben eine innere Notwendigkeit. Erlösung bieten sie keine, doch sie stellen die Sinnfrage, sprengen verkrustete Denkmuster. Plastiken kann man eigentlich gar nicht sehen, die kann man viel besser hören.
Вот, и тоже, как вы видите, Бой здесь выступает почти что в маске, его голова была покрыта медом и посыпана золотой пудрой, то есть это почти такая маска Тутанхамона, во всяком случае, этот облик шамана. Бойс объяснял, откуда берется мед, да, что в отличие от... что пчелы производят мед, человек не может производить мед, к сожалению, он производит мысли. Это такая материализация мысли вот в виде этого самого меда, как тоже такой лечебной субстанции, или субстанции, связанные также вот с этим самым опытом этих татар, вот с этими примитивными веществами, как некая органика, потому что и мед, и воск будут также постоянными материалами его творчества. И даже его графика, которую ранее графика, которую я показывала, помимо красок, там из тех веществ, которые он использовал, там был мед, золото и кровь. И жир. И поэтому возникает вот этот самый облик художника-шамана, который общается с зайцем, с этим мертвым животным, которое является каким-то представителем другого мира. Мира. Вот, и поэтому как бы общение, там есть, у Бойса была такая довольно ехидная фраза, что иногда мертвое животное обладает большей интуицией, чем живые люди. Но дело не в этом, да, дело не в том, это не издевка над публикой, что объяснять мертвому, что мертвому зайцу легче объяснить, чем вам, идиотам, да, это скорее действительно история о том, что художник не должен общаться с неким миром, который больше, чем мир людей, это мир, в котором есть животные, в котором есть духи, это некая шаманская практика, и это, опять-таки, включение такой очень сильной темы смерти и оживления, потому что он почти оживляет этого зайца, включение очень сильного магического начала, которое здесь появляется. И, конечно, это уже не имеет ничего общего с неодадаистскими акциями флюксуса, в котором эта магия как бы никоим образом не присутствовала. И этот заяц как бы становится таким навеки таким, в общем, символом Бойса, символом его искусства, его амулетом. И в том же годом позже он делает еще одну из своих знаменитых вещей. Это тоже была, это то, что мы видим, вот этот знаменитый рояль, покрытый войлоком с красным крестом на боку. Это сейчас он находится в собрании Центра Помпиду, если я не путаю. Это тоже, в общем-то, только декорация акции. Акция, которая состояла не в том, что Бой сыграл на этом рояле, а в том, что он читал в дискуссии. Полное название акции – это гомогенная инфильтрация для рояля или лучший композитор современности – это талидомидовый ребенок. Талидомид, если я правильно произношу название, это лекарство, это успокоительное, с которым был связан один из самых больших медицинских скандалов XX века. После того, как это лекарство появилось на рынке, его стали все употреблять, родилось целое поколение детей-уродов, потому что оказалось, что это лекарство патогенное. И как бы народилось вот целое. И одно из самых был гигантский скандал, как бы изменилось законодательство по поводу, не знаю, как там, лицензирования медицинских препаратов и так далее и тому подобное. Но самым главным, одним из самых распространенных уродств врожденных, которое было средством этого медикамента, это отсутствие рук. Отсутствие рук или деформация рук, поэтому как бы есть рояль и есть величайший композитор, у которого нет рук, который не может играть. Есть рояль, закутанный в войлок, который не способен издавать звук, и величайший композитор, который не способен играть, потому что у него нет рук. И лекция Бойса была, речь была связана с вот этой самой историей про это лекарство. И этот скандал вокруг, связанный с ним. И была связана с тем, что такое звук, да, звук поглощен войлоком,
звук впитан в него, но это инфильтрация. Но это не значит, что звук не существует, потому что все равно есть рояль, и звук остается как некая потенциальность звука, как некая возможность звука. И вот это, и у Бойса будет очень много произведений, так или иначе отсылающих к вот этому самому звуку, который сейчас не звучит, но который всегда возможен, хотя может быть не очевиден. Вот помимо инфильтрации для рояля была вот такая же инфильтрация для виолончели. И опять-таки тема креста, тема Красного Креста, тема боли, болезни. Бойс, который хотел стать врачом до того, как он стал художником. И тема, как бы, может быть, художника как терапевта, художника как того, кто может излечить мир, излечить общество. И вот просто продолжение истории про Бойс сделал звуковые инсталляции, работал со звуком и работал как бы с настоящим звуком, и работал со звуком возможным, со звуком потенциальным, со звуком, который сейчас не слышен, но однажды может зазвучать. Вот одна из его звуковых акций, он говорил, что он со звуком работает как скульптор, то есть он создает звуковые объемы и звуковые пространства. Это акция 66-го года Манреса. К сожалению, нету ее, нету видео, да, непонятно, как это звучало. И что здесь важно, это скорее важен сюжет. Да? Монтеса — это город, связанный с биографией Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов. И это, собственно говоря, город, в котором Лойола, также искалеченный на войне, больной, пережил обращение. Он пережил момент, после которого он решил, что он посвятит свою жизнь служению Богу. И, видимо, то, что Бойс делает, Бойс в этот момент незадолго до этой акции побывал в этом каталонском городе, и то, что он выбирает название этого города как название своей акции, связанной со звуком, это может быть момент, что он себя в каком-то смысле отождествляет с Лойолой, с основоположником нового ордена религиозного и с человеком, пережившим вот этот момент обращения через болезнь. И годом, так, как бы, вот еще одна из, может быть, самая масштабная инсталляция Бойса 60-х годов, называется она «Фонд 3». Это, опять-таки, войлок и медь. И про что эта история, да, что он как бы не, что здесь этот войлок, что это так, как объяснял Бойс, что это некая идея войлока как батареи, да, это некая энергетическая станция. Войлок как то, что скапливает тепло и энергию, и медь как проводник, то есть это гигантские батареи, накапливающие энергию и тепло, вот это спасительное целебное тепло, с которым войлок связан для Бойса. И одна из самых эффектных его инсталляций — это уже не именно инсталляция, а не реквизит состоявшейся акции. Сейчас эта инсталляция находится в Америке, около Нью-Йорка, в Dia Foundation. И вот эта самая идея, как бы, инсталляции, которые являются собой некие энергетические, представляют собой некие возможные или невозможные, или метафорические энергетические системы, также будет постоянно присутствовать у Бойса, почему-то это вот, в том числе вот в таких уже вполне флюксусных себе дадаистских объектах, где это тепло связано с органическим началом, да, что вот с лимоном, например, с некими органическими идеями. А в том же 69-м году Бойс принимает участие в фестивале авангардного театра во Франкфурте и представляет там, можно сказать, хэппенинг, можно сказать, спектакль, который называется «Эфигения Тинт-Андроник». Это две трагедии на античные сюжеты, на древнегреческую мифологию и римскую историю, написанные. Первая трагедия «Эфигения» — это Гёте, вторая — это Шекспир. Бойс ни в коем случае не играл никого из персонажей этих пьес. Пьесы, фрагменты из пьес звучали в исполнении чтеца. А на сцене присутствовала белая лошадь, была половина сцены оставленная пустой. Лошадь каким-то образом представляла «Эфигению». Пустое место представляла Тита Андроника, пустота. И, собственно говоря, это был такой именно перформанс, в котором Бойс еще раз предстал в виде образа шамана, общающегося уже не только с людьми, но и с животными, которые представляют, как и в архаических религиях, некий мир духов, некий мир
как бы одновременно и который и ниже, чем человеческий мир, и выше. Можно выключить телефон? Как бы пока что как бы карьера Бойса происходила в Германии, и но в то же время как бы растет его популярность в остальной Европе, в том числе в Британии. Он делает несколько акций по приглашению Эдинбургского колледжа искусств. И как он еще до войны, еще в юности увлекался кельтской мифологией, после войны одним из его любимых произведений становится «Улисс» Джойса. И для Эдинбурга он придумывает несколько акций, которые как бы он сам связывает с размышлениями по поводу кельтской мифологии, а также по поводу легенд о Святом Граале и рыцарях круглого стола. Одна из этих акций. Но это тоже акции такого постфлюксусного толка, связанные с музыкой, связанные с работой с пространством и со звуком. И интересно, что как бы вот то, что как бы является здесь эскизами этих акций, в других работах Бойса станет вот этими самыми рисунками на доске, собственно говоря, станет теми произведениями, которые остаются от этих акций, они предшествуют им. И тогда же для Эдинбурга он делает одну из самых своих знаменитых и тоже масштабных инсталляций. Она, вот, название можно перевести как «посылка» или «пакет», можно перевести как «стая», и, может быть, даже как «стая» это вернее. Вот, собственно говоря, как оно выглядит. Это маленький Volkswagen, из которого вырывается, подобно некой стае собак, да, или стае волков, вырывается вот такое огромное количество салазок деревянных, на каждом из которых лежит рулон войлока. Как бы и такое вот, может быть, нечто необходимое для выживания, такой набор для выживания. И для Бойса это была история, как бы, что прежде всего это история про срочность. Это как скорая помощь или посылка, которую надо немедленно доставить. И в этот момент, когда вот эта срочность, скорость и становится выше всего, оказывается, что скорость машины, скорость современной цивилизации не годится. Он говорит, что самая быстрая скорость, самое быстрое, самое удобное перемещение, которое существует по поверхности Земли, это скольжение на салазках. И вот этот самый архаический, вот эти вот примитивные санки, оказываются более быстрыми, причем санки, которые ассоциируются еще тоже с такими какими-то вот собачьей стаей или волчьей стаей, с таким неким животным миром, да, оказываются чем-то более срочным, более маневренным и более внушающим доверие, чем машина, чем такой признак машинной цивилизации современной. Ну, это как бы одна из возможных интерпретаций. Тогда же, ну, вот еще несколько инсталляций этого периода. Инсталляция «Я хочу увидеть мои горы», названная на итальянском языке, и связанная с какими-то детскими воспоминаниями Бойса, тема шамана. Вот эти ленты из «Дома шамана», ленты, опять-таки, из все того же войлока сакраментального для Бойса. И одна из вот, возникающих впервые в акции 1971 года, одна из самых знаменитых его вещей, это костюм, сделанный из войлока, из такого очень толстого войлока сшитый. Поэтому он выглядит как, не как одежда, а как объект, хотя во время акции Бойс его надевал. И войлок, который возникает у него как изолятор, да, как, и как символ и спасения, да, и того, как бы некого убежища, и того, что изолирует человека. Все мы одиноки, все мы изолированы в современном мире. То есть такое очень двойственное значение. И к этому моменту Бойс занимается уже не только художественной практикой, но и вовсю занимается политической деятельностью. В 1969 году он основывает свою первую политическую организацию, а именно студенческую партию Германии. Основывает он ее вместе со своими студентами из Дюссельдорфской академии искусств, где он преподает.
В отличие от многих людей того времени, левой традиционной художественной интеллигенции, богемы, Бойс считал, что сейчас надо в корне пересмотреть представление о том, о левом и правом. Да, во всяком случае, он считал, что революционный класс сегодня это еще, это, ну, что, в общем, было достаточно очевидно после событий 68-го года, это уже не пролетариат, это студенчество, что, вообще-то говоря, левые его много раз как бы упрекали в реакционности, он как бы тоже упрекал их в косности и считал, что это понятие левые и правые себя изжил, он как бы на все упреки в реакционности, он отвечал, что... Собственно говоря, я не вижу никакого достоинства в том сегодняшнем. То есть, как бы Бойс, конечно, не был правым, да, но левым он, как его часто считают, он тоже не был. Он считал, что вообще это разделение не имеет смысла сегодня, что никакой чести в том, чтобы быть левым, он не видит, потому что что такое понятие левый, правый и центр? Это парламент, да, это кто где сидит в парламенте. Но какой это смысл имеет сегодня, если сама парламентская республика, если сама парламентская демократия устарела? Бойс считал, что прежде всего нужно демонтировать саму эту идею парламентской демократии, современной буржуазной демократии, что должна быть уничтожена система партий, потому что человек, в какой бы партии он ни состоял, рано или поздно перестает представлять интересы народа или кого бы то ни было еще, а начинает представлять только интересы своей партии, становится функционером. И поэтому как бы одна главная политическая программа Бойса состояла в том, чтобы в движении за свободную демократию против партии путем референдума, что общество должно управляться, как бы, если у каждого индивидуума или у каждой группы людей будет возможность непосредственно изъявлять свое мнение и таким образом воздействовать на общество. То есть это была такая радикальная. И у него была как бы, и такая же, как бы, он, конечно, был против капитализма, хотя он был против коммунизма тоже, и считал, что и другое, в общем, одинаковое зло. Его главный упрек левым был в том, что из левого дискурса исчезло понятие свободы, это еще в 70-е годы было, как бы что, собственно говоря, что то, ради чего это затевалось, ради свободы, вот про свободу там уже никто не говорит. Что деньги, конечно, отменить нельзя, но деньги из ценности, из капитала должны превратиться в способ договора, что это гарантия честности отношений, а не способ накапливать богатство. То есть у него была достаточно обширная политическая программа, которая шла вразрез со всеми партиями того времени, он с ними со всеми достаточно активно боролся. Одна из его акций, вот акция 72-го года «Вымести ссор», заключалась в том, что он со своими, почему-то была акция, именно такая галерея организованная, не каким-то политическим движением, заключалась в том, что он после... В Западном Берлине после демонстрации, первомайской, на которой вышли западные левые, западно-берлинские левые на площадь Карла Маркса, вышел со своими метлами и уговаривал их убрать за собой мусор, убрать тот идеологический мусор, которым они замусорили всем мозги. И вот этот самый и такого рода активизм, как бы вот, который шел против всех идеологий и против всех партий, это попытка сбросить весь идеологический балласт, собственно, и была главным способом, идеологическим способом существования Бойса. Единственная партия, которую он в конце концов как-то был связан, была партия зеленых, потому что уже где-то с середины 70-х и до своей смерти он был, участвовал в экологическом движении довольно сильно, потому что, ну, что тоже достаточно понятно, да, там художник, который работает с силами земли, с силами природы, с миром животных, естественно, понимает, что есть что-то, что больше, чем человек, что человек должен перестать мыслить себя центром мира, и что единственное, как бы, что самая интересная и важная политическая задача, которая сейчас может быть, это просто заниматься экологией, и был достаточно тесно связан с партией зеленых, он даже баллотировался в Европарламент от зеленых, правда, не прошел, к сожалению, в него, но вот этой политической деятельностью он, наверное, занимался достаточно долго. И с его
истории про студенческую партию была связана еще одна из его самых из его идеи, что каждый человек художник, была связана одна из самых громких его политических историй, как бы, которая ему в результате стоила его столь важного для него поста в Дюссельдорфской академии художеств, в которой он учился, в которой он очень долго преподавал. Поскольку художник, поскольку каждый человек должен стать художником, и поскольку художник это никак не связано с тем, талантлив ты или не талантлив, и способен ты делать хорошее искусство, рыночное или не способен, он считал, что несправедливо, что кого-то не принимают в Академию художеств, что кого-то по конкурсу, что кто-то может не пройти конкурс. И в какой-то момент он сказал, а как же так, а я буду преподавать для тех, кого вы отсеяли. И он отобрал 140 или 150 студентов, не прошедших по конкурсу, и сказал, если вы хотите, я буду вам преподавать. Согласились и не все. Согласились, сколько-то человек согласилось. И вместе с этими самыми отсеянными студентами, которые решили, что они будут у него учиться, он захватил офис Академии и устроил там как бы... И потребовал, как бы они оккупировали этот офис, потребовали встречи с министром образования, чтобы ему разрешили преподавать тем студентам, которых не приняли в академию. И кончилось это тем, что в 71 году его выгнали из этой академии. Но он как бы будучи все-таки, и он подал на академию в суд, и в 78 году после долгих мучительных судебных разбирательств его адвокаты смогли доказать, что его увольнение было несправедливым. Но он уже, как бы, поскольку прошло много времени, он уже не стал восстанавливаться на должности профессора в Дюссельдорфской академии художеств, потому что к этому времени он уже вместе с писателем Генрихом Бёлем, который был его большим другом, они учредили новое учебное заведение, Международный свободный университет искусств. И, собственно говоря, дальнейшая его преподавательская деятельность была связана вот с этой новой институцией, которая для него была гораздо важнее, поэтому, собственно говоря, смысла возвращаться в Дюссельдорфскую академию, которая так с ним некрасиво поступила, он для себя уже не видел. 1974 год тоже еще одна из самых знаменитых акций Бойса, акция, которую он покоряет Америку. Это первое произведение, которое он делает в Америке. Я люблю Америку, и Америка любит меня. По условиям этой акции Бойс не должен был ни с кем встречаться в Соединенных Штатах. Его ни с кем из людей. Идея была следующая. Его еще дома, в его родном городе, завернули в войлок, на скорой помощи доставили в самолет, привезли в Нью-Йорк. Он оставался вот в этом войлочном коконе. Также на скорой помощи. Вот все любимые темы. Войлок, скорая помощь. На той же скорой помощи доставили из аэропорта в галерею. Как вы понимаете, это очень мучительное путешествие, потому что это все-таки трансатлантический перелет. Это не 3 часа в самолете. И в этой галерее он 3 дня провел с глазу на глаз с единственным существом, с которым он решил встретиться в Америке, а именно с койотом, с божеством аборигенов, с божеством американских индейцев, с тем существом, которое для него представлял дух этой местности, дух этой земли, с которой он хотел наладить отношения. Кроме у Бойса был посох. В детстве, в юности он подрабатывал пастухом, да, поэтому у него был этот пастуший посох, у него был опять-таки кусок войлока, а еще там была куча газет Wall Street Journal, которые использовались как собачий туалет, да, которые каждый день приносили свежие газеты, опять-таки этот Wall Street, деловое издание. Вот. Койот был дикий. Только что пойманные, я не знаю, там в прериях Нью-Мехико. И каким-то образом они там замечательным образом 3 дня просуществовали вместе. Акция прошла успешно. Бойс таки приручил этого койота. И тоже это замечательное видео, которое я вам покажу. Это не целиком видео. Целиком видеозапись этой акции длится час с лишним.
Это нарезка, кое-как как-то смонтированная каким-то из прекрасных пользователей YouTube. Там звучит музыка Стива Райха. Это опять-таки добавление человека, который вывесил это видео в YouTube, но, по-моему, оно там вполне уместно. Отступление авторов этого самого ролика. Ну, по-моему, все равно как бы эту акцию дико, это видео дико интересно смотреть, потому что есть какой-то такой невероятный контакт человека с животным, то, как он с этим койотом играет, то, как этот койот начинает себя вести как собака, в конце концов. То есть действительно такое приручение дикого зверя. И для того, чтобы это сделать, наверное, надо обладать какими-то невероятными, какими-то особыми свойствами. Это как первая, но далеко не последняя акция Бойса в Соединенных Штатах. Страну он эту действительно любил, и как-то бы и Америка его тоже любила. И даже у него здесь замечательно высказывание, что он говорит, что единственный политический пост, который я бы с удовольствием принял, я бы хотел быть мэром Нью-Йорка. Потому что это город, из которого можно сделать идеальное государство. Там настолько все перемешано. Там настолько капитализм до такого предела и до такой последней стадии хаоса доведен, что уже с этим можно работать. И вот эта самая идея Бойса как мэра Нью-Йорка, она, по-моему, совершенно прекрасная. И говорит о каком-то его очень таком своеобразном понимании того, что такое Соединенные Штаты. 1976 год, трамвайная остановка, работа, которую Бойс делает для Венецианской биеннале, в которой он участвует первый раз, одна из таких масштабных его работ, павильон Германии. Как бы, что это за история? Вот эта самая скульптура, скульптурная голова, по идее, он ее сделал как бы еще в 50-е годы, еще до того, как он, собственно, стал как бы заниматься современным искусством. И для него была идея вот этой остановкой, как бы этими рейсами, которые идут в никуда, и вот этой самой головой соединить Венецию как город на воде и на каналах с его почти что родной Голландией, которая тоже вот это как бы город, как бы страна каналов и воды, и Польдера. И вот эта самая идея невозможного, остановки для невозможных путей, но тем не менее для возможной какой-то существующей невидимой дороги, в общем, как бы объяснялась эта инсталляция примерно таким образом. Но, что, собственно, не так уж и важно, потому что все равно это очень эффектная работа с пространством, как и все, что делает Бойс. 76-й год, следующая его работа, сделанная, по-моему, для документы в Касселе, еще одной большой европейской выставки, в которой Бойс постоянно участвовал, «Медовый насос».
действительно насос, который прокачивал 2 тонны меда настоящего, и который для Бойса странным образом был объяснением функционирования вот этого самого свободного университета, который он создал. Потому что, считал он, информация и идеи должны циркулировать как кровообращение. Это органическое обращение органической жидкости, а не некая жесткая искусственная структура. Ну, отдельно от этого такая тоже достаточно эффектная история. И опять-таки то, что мы сейчас смотрим, это достаточно, и то, что можно сейчас увидеть в музеях, это такие достаточно роскошные инсталляции. Но при этом на одной из венецианских биеннале Бойс мог просто не делать выставку, а вместо этого устроить дискуссионный клуб и сказать, вот здесь мы будем обсуждать новое политическое течение и вот эту организацию за прямую демократию. И без единой выставки, только на дискуссии, туда приходило по 800 человек в день. То есть у него была посещаемость и популярность была больше, чем у обычной выставки. И из этого огромного количества людей еще там человек 100 оставалось и принимало участие в дискуссии, готовы были говорить. И, конечно, это не только история про интерес к политическим идеям, но, видимо, про невероятную харизму, которую он обладал, действительно харизму настоящего, если не политического, то духовного лидера. Инсталляция, еще один образец скульптуры или инсталляции из органической материи, сделанной для другой, не менее известной периодической европейской выставки, скульптурного проекта в немецком городе Мюнстере, который проходит раз в 10 лет. Венецианская биеннале раз в 2 года, Кассельская документа раз в 4 года, это проходит раз в 10 лет, и там при этом как бы что-то из этих скульптур, из проектов остается в музеях, что-то делается временно, и это вот жир, вот эта самая огромная инсталляция, по-моему, сейчас там она сохранилась, но она, по-моему, сейчас находится в Берлинском музее, то есть там ее сохранить в Мюнстере не удалось. Одна, и как бы вот этот переход Бойса от акций к инсталляциям был, конечно, таким уже концом его карьеры. Это современная выставка, современная инсталляция, выставка Бойса, уже после его смерти сделанная в Берлинском музее, который Гамбургер-Банхоф, который располагается, как следует из названия, в бывшем вокзале, там огромное пространство и очень хорошие выставочные территории. Вот одна из последних инсталляций Бойса, сделанная в 1985 году, которая представляет собой вот практически такую гробницу его, да? Вот эти самые тарелки, которые, как вы помните, были в акции «Ифигения Титус Андроникус», «Тит Андроник», и вот такая гробница шамана, которую можно почитать, но которая уже не обладает той магической силой, да, которой он обладал. И для него инсталляция для Бойса действительно такие немножко гробницы самого себя. И тоже выставка, одна из больших ретроспектив его посмертных в том же Берлинском музее, которая состоит из вот этих самых уже из досок, постоянных тоже, которые для него были, может быть, также вот, и представляет Бойса не как вот того самого, чего он хотел избежать, создателя эффектных произведений искусства, а как создателя дискурса, как создателя идеологии, как художника, который считал, что говорить и общаться – это важнее, чем выставляться и показывать что-то. И поэтому вот эти доски – действительно такой постоянный элемент его искусства. Доски, которые очень сложно прочесть, да, там непонятно, что там изложено. Очень сложно вычислить вот месседж этих досок, но при этом там есть ощущение вот этой работы мысли невероятно мощной, которая там и вот какого-то кипения идей, которые там были. Одна из тоже самых известных и последних его работ, это опять-таки последние документы, в которых он участвовал, 7000 дубов в Касселе. В чем она заключалась? Перед зданием музея в Касселе, где проходят документы, лежало огромное количество базальтовых глыб, таких блоков, и 7000. И каждая глыба убиралась в тот момент, когда сажалось одно дерево. То есть вот этот весь завал, чудовищный этот завал, можно было разобрать только вот с таким экологическим бойсовским пафосом, посадив дерево. И эти дубы сажались, и уже подросли, они сажались. Этот проект был не только в Касселе, есть дубы, бойсы, и эти
в Нью-Йорке, еще в нескольких, по-моему, местах в Европе, то есть такую вот как бы дубовая роща Бойса, которая как-то до сих пор продолжает расти, и такая вот, собственно, где он сам сажает эти дубы, и тоже инсталляция вот из похожих глыб, конец 20 века, которая, собственно, идейно наследует ей. Очень сложно, вот Бойс — это как бы человек, который действительно настолько уникален своей биографией, своим подходом к искусству, что ему очень сложно найти, вот как я все время пытаюсь на лекциях сделать, найти предшественников и последователей. Во всяком случае, что касается его современников, то там было много попыток вписать его в контекст, но вот с Флюксусом он как бы сразу достаточно, как бы, хотя они оставались в дружеских отношениях, насколько я знаю, с Пайком и с Матьюнасом. Это достаточно сразу было разграничение после акции «Молчание Дюшана переоценивает», то есть, соответственно, был отказ от дадаистской генеалогии. Его пытались сопоставить из современников с американскими минималистами, и вот эта самая инсталляция «Фон 3», которую я вам уже показывала, не случайно находится в Dia Foundation, это музей, который специализируется в основном на американском минимализме и ленд-арте, и лучше всего его выставляет, потому что это огромные пустые пространства. И действительно, есть известное сходство, там это еще тогда было, в то время было замечено, между этой инсталляцией Бойса и, скажем, работами Дональда Джада, основоположника минимализма. Сам Бойс это сходство решительно отвергал, потому что и очень точно определял, почему. Потому что он говорит про вот еще один художник, который из минималистов, который уже скорее влияние Бойса пережил, это тоже работал с Войлоком, но работал именно как бы сформально. Как Бойс определял, почему он не минималист? Потому что минимализм работает с пустотою, а в моих инсталляциях никогда нет пустоты. То есть вот та пустота, рассеянность и вакуум, и с которыми действительно работали минималисты, Бойса не интересовал, там всегда есть энергия, там даже то, что невидимо и неслышимо, это всегда очень плотное пространство, да, никакой. И, конечно, это не изготовленные серийные вещи, там нет этой идеи конструктора, там нет идеи структуры, то есть Бойс — это всегда антиструктура, поэтому при всем внешнем сходстве с тем, что это тоже работа с пространством, конечно, это вот с минимализмом сразу идет разграничение. Точно так же он открещивался от сопоставлений с арте повера, с итальянским направлением, как бы близким к минимализму, действительно похожим, да, органические материи, вот некая архаика, даже использование животных, да, выставка Кунелиса, состоявшая из конюшни с живыми лошадьми и больше из ничего, которая была, по-моему, даже немножко раньше, чем акция, театральная перформанс Бойса с лошадью. Тоже понятно, почему, потому что итальянцы все-таки использовали все эти фактуры невероятные, с такой очень средиземноморской чувственностью и с интересом к их красоте, именно вот при том, что арте повера, бедное искусство, вот Лучано Фабро сделал инсталляцию из золота. И там был очень важен момент вот этой чувственности материала и эстетства. Бойс считал, что как бы он принципиально делает вещи, которые неважно, красивые они или некрасивые. И вот этого там было отношение биологическое, как бы физиологическое к факторам, но не было отношения эстетического. Ну, во всяком случае, он так заявлял. Может быть, как всегда, художник всегда умалчивает о чем-то. Единственное вот движение, которое он вроде бы защищал, это был венский акционизм, достаточно в который самый радикальный из перформансов 60-х годов, связанный с кровью, со звериными тушами, примерно с тем же реквизитом, который использовал Бойс, но уже по максимуму. Да? И вполне можно представить, что как шаман шаманов, да, он того же Германа Ницше мог одобрить. Хотя, как бы я, собственно говоря, о том, что Бойс их поддерживал и одобрял, рассказывает сам Герман Ницше. Но дело в том, что поддерживал он их еще из политических соображений. Их арестовывали, их там сажали в тюрьмы, преследовали. Конечно, Бойс не мог за них не вступиться по-человечески, но неизвестно, как он все-таки относился к их искусству, потому что все-таки это такой более изолированный мир. И все-таки хочется ему придумать некую дадаистскую генеалогию, потому что все-таки вот та проблематика, что такое искусство, как художник может соотноситься с миром по-другому, конечно, в дадаизме присутствовала, но если, надо, может быть, вспомнить не
Марселя Дюшана, а другого дадаиста, не французского, а немецкого, тоже католика, кстати, Хуго Бали, у которого было вот это самое, тоже занимавшегося перформансами, только поэтическими. Он читал заумные стихи, заумная поэзия, вот варианты заумы, сонорной заумы, которые тоже занимали Бойса, судя по всему. И для него это гласолалия, это чтение заумы, которое он читал, как он неожиданно для себя стал читать на мотив молитвы, была способом впасть в транс. Была тоже таким вот как бы шаманским и мистическим экспириенсом, и, возможно, вот это самое Хуго Баль также был очень заинтересован в политической деятельности, он был анархистом, это 16-17 год, да, то есть это как бы политическая ангажированность, та или иная там присутствовала. Если Бойсу находить какие-то политические ярлыки, то, конечно, прежде всего анархист. И, собственно, почему я вспомнила про Хуго Баля, сейчас в Москве открылась недавно выставка «Да-да, Москва», и там была вот такая вот замечательная работа современного художника Йоханнеса Гесса, который одновременно является вот как раз таким собирательным портретом Хуго Баля и Йозефа Бойса. И из таких как бы, художников, вот, которых можно назвать продолжателями Бойса, вот, ну, это тоже огромное поле для исследования, но я бы назвала двух персонажей, именно потому что они абсолютно противоположны. Один – это немецкий художник, работающий в Соединенных Штатах, Ханс Хайке, который начинал вот с таких вот как бы биосистем закрытых, как, например, вот этот сам, тоже такого экологического искусства, и потом стал самым главным, вот таким действительно вот настоящим политическим художником, социальным, политическим, очень жестким концептуальным художником, когда вот вместо выставки он мог в музее МОМА поставить урны для голосования с вопросом там, как политика, я не помню фамилию этого деятеля, как отношение вот этого деятеля к его политике, к политике в Индокитае повлияет на ваше решение голосовать или не голосовать за него на следующих губернаторских выборах. По-моему, примерно так этот вопрос формулировался. То есть никакого отношения к искусству, чисто политическое голосование, чисто политический опрос, про что работа, про, не хотели его выставлять, потому что вопрос, имеет это отношение к искусству или нет, все время всем как-то смущал всех. Тем не менее, это история про то, что публика, которая ходит в музеи, является частью общества. Их нельзя разделять. Еще один проект Хайке, который уже не стали выставлять, потому что этот все-таки выставили, а следующий уже не стали. Это история, на самом деле, журналистское расследование про махинации с недвижимостью на Манхэттене, некого семейства, одного клана. Но потрясающе красиво сделаны, потому что эти фотографии вот с этим ритмом домов, с этим ритмом нью-йоркских лестниц, это, с одной стороны, некое политическое, действительно, журналистское расследование, с другой стороны, это очень сильное концептуальное искусство. Очень сложно объяснить, почему это надо прочесть, почему это работает как пластический ход, но просто вот примеры того. И в работах Хайке, которые вы, может быть, видели на Москве, Берлин, это портрет Рейгана сделанный, официальный, написанный им самим, но вот так, как может быть написан предельно официальный портрет, это часть инсталляции, потому что напротив этого портрета с ковровой дорожкой, вот со всеми официозными там делами, висела фотография демонстрации протеста против ядерного вооружения. И выставка проходила в Германии, и в каждом городе, потому что выставка шла одновременно с демонстрациями, в каждом городе вешалась фотография демонстрации из этого города, то есть там была актуальность репортажа. И это еще о языке. Есть язык репортажной фотографии, есть язык официальной живописи. Это такое вот тоже блестящее исследование о политике и о том, как язык искусства связан с... Какие силы представляет какой язык искусства. И, может быть, самая знаменитая его инсталляция — это опять-таки Венецианская биеннале, павильон Германии. Павильон, построенный во время в 30-е годы и несущий все родовые признаки фашистского архитектурного стиля, который многое до сих пор решается то ли его снести, то ли его перестроить, что с ним делать. Это такой очень спорный вопрос. С одной стороны, это такое достаточно импозантное, хорошее здание. С другой стороны, это очевидный фашистский стиль. И вот как бы там у Германии большие все время проблемы, что я делал с этим павильоном. И Хайке, который сделал вот такую вот действительно роскошную инсталляцию, просто с руинированным полом, очень похожую на Бойса даже по пространственному решению. И
другая, как бы другой аналог Бойсу, другая рифма, не мною придуманная. Это выставка, которая прошла в той же Венеции в 2007 году, в которой Бойса выставили вместе с современным художником Мэтью Барни. Художником, казалось бы, абсолютно аполитичным, нарциссичным, создающим индивидуальную мифологию как некий предельно эзотерический замкнутый мир. И при этом выставка была, вот то, что вы видите, это, собственно, работа Барни, да, у которого есть свои идиосинкразические материалы, это не войлок и воск, это силикон и вазелин, да, где есть та же работа с фактурами, та же работа с физиологическим восприятием, та же работа с индивидуальными мифологиями очень разработанными, такими выработанными, и когда их выставили вместе, было абсолютное ощущение, что это один и тот же художник, что они просто потрясающе срифмовались в пространстве, но при этом понятно, что и Хааке, и Барни имеют отношение к Бойсу, но при этом это два абсолютно противоположных пути развития искусства, путь политического искусства, социального искусства, которое почти как бы, ну, у Хааке еще нет, но еще немножко дальше и перестает быть, собственно, искусством, перестает и становится действительно активизмом или журналистским расследованием или чем-то еще. И вариант Барни как вариант предельно эстетского, эзотерического выстраивания индивидуальной мифологии, уже такой вот как бы барочной и маньеристической. Ну, на этом, собственно, все, потому что это тема бесконечная. Спасибо.